Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня не только праздник у авиагородка, сегодня еще один повод гордиться нашим городом. Сегодня, в честь Дня работников образования, мы открываем лучший детский сад Юго-Востока Украины. И я уверен, что это будет один из лучших детских садов нашей страны. Действительно, это единственный детский сад, который находится в авиагородке. Построенный более 30 лет назад и точно за время своей эксплуатации уже не соответствовал ни современным требованиям, ни тем тенденциям, ни тем запросам детей и родителей, которые мы сейчас адресуем к детскому саду. Полгода назад мы начали реконструкцию данного детского сада. Конечно же, были временные неудобства у преподавателей, временные неудобства у родителей, у детей, но это того стоило. Совместно мы вложились и совместно создали самый комфортный, самый удобный, самый современный, самый привлекательный детский сад. Я благодарен нашим партнерам Европейскому инвестиционному банку, которые поддержали нашу идею и смогли реализовать совместно с нами эту мечту. Я уверен, что сегодняшнее событие будет записано в историю данного детского сада как новое рождение, как вторая жизнь нашей звездочки. Я уверен, что это будет любимым детским садом города Мелитополя для всех воспитанников. И, конечно же, для нас стимул и дальше современно, дальше совершенствовать всю нашу образовательную сферу. С праздником вас!